1 000 000 студенту. В стенах Кубанского государственного университета состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Вместе смотрим в будущее». Начался конкурс в феврале 2014 года. На протяжении этого времени студенты старших курсов разрабатывали инновационные бизнес-проекты. На суд жюри была вынесена 21 работа. Каждый конкурсант получил ценный подарок и диплом. С победой можно поздравить проект Максима Цатуряна «Эко-гидропоника» – экологически безопасный метод борьбы с патогенами в агропромышленности. Главный приз – грант в 1 миллион рублей – Максим планирует потратить на реализацию своей идеи. Пробовали, сделали лабораторный образец, и там используются все комплектующие, допустим, двигатель от бытовой стиральной машинки, какие-то запчасти, не совсем те, которые должны быть, наверное, все-таки. Сейчас мы будем стараться использовать более подходящие комплектующие и попробовать испытать уже усовершенствованные. Третье место заняла Анна Есич. Она разработала концепцию разлагающихся шприцов. Теперь в течение года девушка будет получать 5000 рублей в качестве стипендии. Вторым стал Данил Насимов с автоматизированной копировальной машиной. Ему предложили оплачиваемую стажировку в предприятии главного инвестора конкурса.